Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Origins. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь за врата Двармана. Сложилась странная ситуация. С одной стороны, в королевство возвращаются дни былого покоя и процветания, а с другой, до сих пор не вернулись гонцы, отправленные за помощью гномам. А хуже буйного гнома может быть только молчаливый. Надо отправиться в их земли и все выяснить. Ага. Ну что ж, друзья, поехали, будем выяснять, что же там у них произошло. Ее Величеству Королеве. Глубоко в горах было обнаружено новое загадочное вещество. Но нас ждало кое-что еще. Древний ужас из адских глубин. Пришлите помощь, пока не поздно. Воу, ребята, что же это за древний ужас-то такой? Давайте-ка смотреть. Ну что же, Фауст, нам сегодня с тобой придется поработать маленечко. Кто у нас тут? Паукан и паук-мечевик. Даже так, да? Паук-мечевик. Если я не ошибаюсь, друзья, они боятся у нас стрел. Начнем, пожалуй, мы со стрелков. Три дорожки, которые мы должны с вами защищать. Ёлки-палки. Друзья мои, это очень плохо, на самом деле. Ну что же, тогда будем еще выставлять сюда нашу маленькую пехоту. Без нее нам никуда, поверьте мне. Так, и вот здесь вот, да? Как-то вот так вот для начала мы сделаем с вами. И давайте-ка приступать. Так, Фауст, иди сюда. Угу, бегут партизаны, да? Давайте, наверное, мы подпалим здесь земельку немного. Вот так вот это все будет у нас происходить. Ну, пауки очень здорово горят. Вы это видите сами. Это нам все на руку. Можно вызвать подкрепление, но вроде бы пока справляемся с вами. И будем вот так улучшать с вами стрелков. Так, Фаус, наверное, нам надо с тобой вот сюда немножко поближе передвинуться. Так, пускай бомбят, отлично. Так, где паук-мечевик, паукан и паук-паутинник. Ё-моё, паук-паутинник даже. Ждем, друзья, ждем. Так, сюда мы поставим с вами тоже, наверное, лучников. Без них нам никуда. Ой-ой-ой-ой. Паутинник ползет, друзья мои. Сейчас будет в паутину заматывать, да? Если, конечно, успеет. А он успеет. И все у него так хорошо и чинно получается, да? Вы посмотрите. Но мы никого не пропустим. Это я вам точно говорю. Следующий у нас кто? Паук-мечевик, паутинник. И здесь то же самое. Но Фауст-то мой не разорвется, друзья мои, пополам. Поэтому нам как-то надо с вами делать выбор. Ладно, я здесь, наверное, да, постою. Буду прикрывать. А сюда, если что, будем вызывать маленьких дракончиков и поджигать землю. Хотя нет, лучше нам это сделать, наверное, вот здесь. А Фауста мы поставим с вами вот сюда. И нам нужно прокачать, конечно же, с вами башни. В первую очередь. Но также не забываем, что, друзья, нам нужно прокачать. Так, тихо. Подожди, что тут происходит? Ей, я надеюсь, они не смогут пройти или смогут? У меня не было выбора, друзья. Просто не было выбора. А сын Мактанс, мечевик и... Ай, пауканы. Вот тебе и не было, как говорится, печали, друзья. Вот тебе и не было печали. Так, что же нам сюда поставить? Может быть, мага одного хотя бы? Так. Но с этими мы справимся, да? С этими справляемся довольно неплохо. Ладно, хорошо. Так, здесь тоже ползут, а? Ушлепки мелкие. Ладно, хорошо. Я сюда, если что, друзья мои, вызову подкрепление. Но пока вроде бы справляемся, так что не буду ничего делать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай-давай-давай вот этого вот хламончика подбиваем. Так, теперь перемещаемся сюда. Жарим. Давай-давай-давай, бомби. Так, справились. Пауки они такие, да. Вредные, поганые паучки. Тут у нас теневик и сын Манктас, да, идет. Здесь паутинники. Одни пауки, короче, пока на нас прут. С деньгами, конечно же, проблема. А это что еще такое? Теневик, оживленный с помощью колдовства трупы, умеющие лишь разрушать. Что-то новенькое, друзья мои. Что-то новенькое, такого не было. По крайней мере, я еще таких не встречал. Посмотрим, насколько они сильны. Слушай, они, наверное, достаточно сильны, да, чтобы здесь пройти.
Но только не в мою смену, друзья. Только не в мою смену. Так, давай-ка мы, наверное, вот здесь вот с вами земелечку поджарим. А сюда вызовем подкрепление. Вот так, я надеюсь, сможем здесь продержаться. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ох ты, друзья мои, ты посмотри, что происходит. Ты просто полюбуйся. Тут замес полнейший. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай, родные мои. Эй! Паучара! Куда ты собрался, а? Так, возвращаемся сюда. Добиваем этого мертвеца. Отлично. А это что еще? Пожиратель. Этих слуг Гадиета мучает вечный голод. Они пожирают все на своем пути. Так, быстрая низкая защита и пожирает солдат. Друзья мои, вот тогда. Он что, в прямом смысле пожирает солдата или как? Ну-ка, давай предположим, друзья, вот так вот. Посмотрим. Да ну, ничего он, по-моему, не пожирает, друзья. Меня просто, наверное, обманули. Хотя, кто его знает. Так, будем применять. Скорее всего, нам придется, наверное, друзья, с вами молнию применить или же нет. Пока вроде справляемся, да? Дай-ка я вот здесь, наверное, прокачаю маленечко скилла. Нам нужен дикий маг с вами. Вот что я хочу сказать. Без него нам как-то здесь тоскливенько, согласитесь. Нужно 300. Угу, нужно 300. Ладно, подождем, друзья мои. Накопим немножко денежек и прокачаем. Отлично. Так, бомбим. Тут у нас теневик, пожиратель. Визгун, это летучие мыши, да? Ой-ой-ой, визгунов еще нам тут не хватало с вами. Господи. Сейчас мне хоть разорвись, да? Сейчас мне надо будет и тут контролировать. Ладно, визгунов, я надеюсь, мы тут с вами сможем пробить. Так, Фауст, хорошо, что ты у меня умеешь летать. Я не знаю, как бы мы тут без тебя справлялись бы. Без твоей вот этой вот быстрой скорости перемещения. Так, здесь у нас что? Надо прокачивать, друзья мои, солдатиков моих. И подкрепление вызывать. Так, маг. У мага не прокачана лесная жуть, поэтому он пока не может бомбить, ребята, быстро врагов. Как говорится, критично их убивать с одного удара. Но, надеюсь, мы это с вами дело исправим. Здесь у меня прокачанные? Нет, здесь тоже у меня солдатики, кстати, не прокачанные. Поэтому, друзья, Фауста мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Блин, придется, друзья, не хотел этого делать. Использовать молнию. Но вынудили они меня просто. Просто вынудили. Что же нам? Поджигать землю пока не будем, наверное, да? Поставим помощь. Вот. Лесная жуть прокачалась у нас более-менее с вами. Очень много пауков ползет. Друзья мои, очень много пауков. Прокачаем солдатиков здесь с вами и подкрепление вызовем. Так, а дальше нам нужно... Вот. Хранители леса наконец-то у меня появились. Теперь нам будет немножко полегче. Немножко. Так, дальше у нас сын Мантаса, мечевик и паутинники, да, идут? Башен очень мало. Нам нужно с вами, друзья, больше башен ставить. Больше башен. Можно вот сюда, кстати, поставить, наверное, нам друида. Эй! Эй-эй-эй, погоди-ка. Я на это не подписывался. Что это вы тут проходите так спокойненько, главное? Вольготно, да? Так, друзья, нужно нам, наверное, еще... Вот сюда вот, наверное, мага еще одного поставить, да? Ладно, я все-таки влеплю мага сюда. Тут опять же подкрепление. Без него нам никуда. Фауст, давай сюда мы с тобой переметнемся. Хранители леса. Отлично. Зря я использовал, конечно, я суперудар. Так, пожиратели, плевуны. А что за плевуны? Кто это такие? Я, честно говоря, не помню. Друзья мои, плевун — это кошмарные твари, плюющиеся черной кровью со смертоносной точностью. Средняя скорость — черный плевок. То есть это, грубо говоря, стрелки. Ты посмотри, как он выглядит. Ужасно. Ужасная тварь. Ты посмотри. У него там в голове что, меч, что ли, воткнутый? Или что это такое? Непонятно. Пока непонятно, друзья мои. Так, ну, умирает он довольно быстро. Естественно, с помощью лесной жути.
Так, здесь нам тоже, кстати, нужно с вами поставить хранителей леса. Иначе будет плохо нам в дальнейшем. Так, докачиваем с вами мага. И будем с вами делать, опять же, дикого. Да? Это самый оптимальный, мне кажется, маг. Поэтому он нам здесь очень здорово пригодится. Так, здесь подкрепление выставляем. Надо будет их перевести в хранителей леса. Да? Но вначале переведем дикого мага. Что ж такое так? Друзья, смотрите, что происходит. Здесь проходит. Хорош плеваться тут уже в моих друидов. В хранителей леса, а? Ага. Так, Фаус, нам, наверное, скорее всего, надо вот здесь вот помочь. Или вот здесь. Пока не могу понять. Так, дикий маг появляется. Появляется, друзья, у нас дикий маг. Там-то что? Там все, там справились. Вот здесь вот по этой дороге вот идет основная масса таких вот сильных противников. И их нужно контролировать нам. Давай сюда. Прокачиваем вот здесь, наверное, мы поющие клинки. Пускай будут у нас поющие клинки здесь. Фух, вроде бы справляемся, друзья. Так, прокачиваем. Здесь у нас никакой нету анчивочки. То есть, смотрю, золотишко-то лежит. Так, друзья мои, визгуны полетели. Вот что я тебе хочу сказать. Давай, давай, жарим их. Смотри-ка, как он плюется очень сильно, кстати. По Фаусту достается. Я забыл, совсем забыл про круг камней, друзья мои. Конечно же, нужно его прокачивать. А? Хорошечно. Круг камней мы будем с вами, наверное, делать все-таки строение великих друидов. Да? Ну, можно, конечно, из Тайроса, но, мне кажется, все-таки великие друиды получше. У них тут медведи будут, да? Они нам будут помогать. Ну давайте, давайте, давайте последних вот этих упырей завалим. Так, теневик пожиратель, сын Мантас, плевун, теневик пожиратель. Вызываем, друзья мои. Так, здесь прокачиваем скилл. Так, Фаус, давай-ка мы с тобой вот сюда перейдем. Выставим, наверное, сюда подкрепление. Вот так. Тут у нас, ага, зомбари бегут. Строение великих друидов. Что-то как-то долго-долго у нас, друзья мои, будет этот тип. Куда побежал? Эй! Смотрите, что происходит, друзья. Смотрите, что происходит. Очень много противников здесь идет. Очень много. Так, строение великих друидов я прокачиваю. И нужно вот теперь медвежат нам вызывать. Вот так-то. Я надеюсь, что это будет нам получше. Фауст, давай-ка иди сюда. Мне совсем не нравится, что тут у нас происходит. Надо прокачивать танец неуязвимости. Опа, визгуны, друзья мои, визгуны. Давай, наверное, еще сюда вот лучников поставим. Я почему-то чувствую, что здесь будет, друзья мои, босс. Хочу, конечно, ошибаться в этом плане. Не хотелось бы мне здесь встречаться ни с каким боссом в данный момент. Фаус, почему ты не бомбишь? Давай, жарь тут всех, как только можешь. Стоит там, прохлаждается мне. Вот. Мышки погибают. Так, а мы с вами будем прокачивать дальше. Хотя нет, нам нужен еще один медведь. А уже прокачивать после этого лучника. Ну что, друзья, пока вроде бы более-менее справляемся, да? 15-я волна, последняя. Ёлки-палки, я так увлекся, что даже не заметил, что у нас последняя волна с вами наступает. Придется так вот сделать. Пока другого выбора не было. Так, сюда я вызываю подкреп. Так. Прокачка, прокачка в первую очередь, друзья мои. Без прокачки нам тут никак нельзя. Здесь я поджигаю землю. Поджигаем землю. Так, тут очень много, друзья мои, противников идет. Очень много. Так, Фаус, давай-ка мы с тобой сюда переметнемся. Давай-ка мы с тобой сюда. Смотри, что плевуны эти делают, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай, родной. Друид, бомби. Что-то они встали, они ничего не делают, друзья мои. Мы их подбили. Слушайте, странно очень. Здесь не было никакого босса. И значит, будет, скорее всего, продолжение. Мы проверим.
Ну-ка, 3 звездочки, это хорошо. Да. Да, друзья, у нас с вами продолжение. Называется «Грязная яма». Генерал, гордый и могучий народ гномов, был истреблен случайно освобожденным демоном. Мы должны отомстить за былых союзников и уничтожить Гадиета Проклятого, пока он не выбрался на поверхность и не продолжил бойню. Какой-то еще Гадиет. Друзья мои, босс, судя по всему, здесь будет. Я поставлю полегче уровень сложности. И давайте-ка приступать. Вау. Ох ты, а это кто такой? Что он говорит? Что он сказал? Кто он такой? Какой-то как варвар-викинг. Непонятный чувачок. Так, у нас теневики, пожиратели. Угу. 3 дорожки, значит, должны мы с вами защищать. Давай-ка мы вот сюда вот поставим. И будем начинать. Так, вот здесь вот неплохо пойдет у нас, наверное, друид. А вот здесь будем ставить лучников для начала. Так, сюда я поставлю защиту из пехоты. Также сюда. И сюда, друзья мои. Для начала, да? Угу. Теперь давай, наверное, будем с вами еще ставить... Нет, башню магов. Башню магов нам лучше здесь влепить. Ну что, вызываем первый отряд. И хочу посмотреть, что это за парень и на что он... Кто он такой? Это Больверк. Глянем, что он из себя представляет, этот Больверк. Так, не могу понять пока, если честно, что он там делает. Ну, машет он топорами неплохо, друзья мои, неплохо. Куда ты разогнался, а? Думает, пробежать сможет. Не тут-то было, друзья мои. Так, следующие у нас теневики и пожиратели будут идти. Хорошо. Приготовимся тогда к встрече, да, теневиков и пожирателей. Сюда я поставлю, наверное, башню друидов. Да, круг камней. Так, а у нас теневики бегут. Ладно, пускай бегут пока. Фауст бомбит потихонечку. Здесь подкреп вызываем. Так, и дальше прокачиваем башню магов. Ну, естественно, будем делать с вами дикого мага. Да, с лесной жутью. Это в обязательном порядке. А дальше уже как видно будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, что-то уж как-то чересчур крутенько здесь началось все у нас. Пробежит? Нет? Не сможет наверняка. Да, все горят. Все у нас хорошо получается. Друзья, дальше идут теневики и плевуны. Блин, плевуны уже. Плевуны — это мощные ребята. Опа, это что такое сейчас было? Не понял. Это откуда вы... Это что за бред? Кто это по ним бомбит? Я что-то не врубился, друзья мои. Из лавы вылетают камни. Ты понял? Воу-воу, они не успевают появляться, их сразу начинают бомбить, друзья мои. Так, ладно. Надеюсь, мы здесь все-таки с вами справимся. Давай-ка немножко усилим нашу пехоту здесь. Так, этого бомбанули. Так, 325 монет нужно для того, чтобы лесную жуть прокачать. Ладно, потерпим маленечко. Так, нам нужно будет еще куда-то что-то поставить. Вот только кого и куда? Сюда, наверное, да? Я поставлю мага очередного, друзья. Потому что здесь, судя по всему, будет босс. Надо будет подготавливаться, как говорится, во всеоружии. Но у нас 2 персонажа. Это тоже, кстати, хорошо. Об этом не стоит забывать. Пока неплохо. Ну, как говорится, мы вроде бы идем на помощь гномам. Но я не вижу, чтобы вот этот чувак был похож на гнома. Хотя, кто его знает. Больверк. По физиономии вроде похож на гнома, да, такого дикого. Прокачали с вами лесную жуть на 1 скилл. Так, дальше будем вот этого мага прокачивать. А потом, наверное, будем все-таки вставить круг камней. Вот именно сюда, в эту позицию. Так, упал. 250 монет, совсем немножко нам не хватает. Давайте я, наверное, молнии здесь пропишу. Отлично. Но этих мы добьем. И нам нужно как-то заниматься уже нашими вот этими войсками. Маленькими, как говорится, никудышными. Круг камней сюда влепим, да? Угу.
Дальше у нас теневик и пожиратель. Чемпион теней? Это кто такой, друзья мои? Чемпион теней — это мощь сынов Гадиета, внушает ужас в сердца даже самых отважных солдат. Высокая защита и кровавый контакт. С какими-то огненными, я не знаю, там у него плетки, что ли? Точно, друзья мои, огненные плетки. Ты посмотри, какой он мощный. И опять начинается вот эта вот бомбардировка. Угу. Ладно. Твою же маковку. Смотри, что происходит, друзья мои. И я молнию как назло потратил. Ладно, тогда вот, давай сделаем именно вот так вот. Посмотрим, что у нас из этого с вами получится. Ты посмотри, какой он мощный чувак-то этот. Сын Гедиета. Сейчас мне этого еще уложат, нет? Хотя мы вдвоем должны справиться здесь. Ха, мы его телепортнули. Нормуль. Пока все удачно для нас складывается. Я мага свой... Вот, маг, ребята, у меня прокачался отлично. Ух ты, он еще и взрывается, когда умирает, нанося дополнительный урон. Вот что оно. Будем знать на будущее. Так, нам не хватает, друзья, немножко совсем денег, чтобы прокачать лесную жуть вот именно на этом диком маге. Фу, а он быстро резается, кстати. Это нам на руку, друзья. Ну что, прокачали, отлично. Жалко, конечно, маг не достает до него. Ну, а здесь мы с вами будем уже устанавливать круг камней. Слушай, мне кажется, босс будет похож вот на такого огненного минотавра почему-то. Ой, я не то сделал, друзья мои, зачем? Блин, твою же маковку, я не это совсем хотел сделать. Я же сюда круг камней собирался влепить. Чего ж тогда делать? Может быть, сюда поставить его? Давайте сюда поставим тогда круг камней. Ну, лопухнулся, сами видели, нечаянно получилось так. Так, что у нас тут? Горят все? Это хорошо, пускай горят. Ой, одного завалили моего, нет? Нет, ребята, это когда он так орет, это он, видимо, в ярости или в гневе, что-то такое. Поможем нам. Отлично. Так, круг ко мне. Я вот даже не знаю, лучше Стайроса, наверное, нам здесь поставить, да? Как думаете? Или же нет? Давай, наказываем, отлично. Даже не знаю, Стайроса... Нет, все-таки строение древних друидов. Пускай будут у нас здесь медведи помогать нам. Кто там, пожиратели, да, были написаны? Чемпион теней. Прикольные такие, минотавры, да? Как бы лавовые. С плетками, с такими лавовыми идут. Ух, мощь. Да? Ладно, друзья, но мы-то с вами раскисать пока не будем. Нам нужно с вами, скорее всего, прокачивать тогда вот эту вот армию. И я думаю, что здесь надо сделать клинков. Да, мы здесь, скорее всего, клинки с вами сделаем, да? Так, тихо. Эй-эй-эй-эй-эй, что-то тут у вас много накопилось, ребята. Так дело не пойдет. Давайте, отдупляйтесь все. Нормуль. Так, поющие клиночки, да, значит, у нас тут будут. Они очень хорошо дамажат, плюс они половину урона возвращают врагу. Ну, если, конечно, мы это с вами прокачаем. А мы с вами, естественно, будем стараться это прокачать. Ай-яй-яй, что же они творят? Уничтожают просто-напросто налево и направо моих лучших бойцов. Так, маги, подожди. Визгунов-то нам еще не хватало. Захотели пролететь под шумок, да? Ну вот, 350 монет нужно для того, чтобы вызвать одного медведя. А в общей сложности нужно 700 монет. Копим, короче, мы с вами, друзья. Копим денежку. Не забываем, конечно же, тут защищаться по возможности. Визгунов нельзя пропускать, потому что дальше у нас, как видите, нету этих башен-лучников, да, которые могли бы защищать. Как бы вот наш пятачок, самое главное тут отрада. Визгуны, пожиратели, теневики, понятно. Кто бы сомневался, друзья мои. Тут полетят мыши летучие. Ну, кстати, здесь не так уж много и башенок-то можно было бы построить, как вы видите. Но я буду, надеюсь, все ячейки занимать по возможности. Так, клинки бы тоже прокачать, по идее, не помешало бы. Так, сюда я поставлю, наверное, лучников. Но здесь уже будут у нас смертельные, да, лучники, которые могут с одного выстрела убить своим критом. Так, хорошо, тут справляемся отлично. Ой, медвежата эти очень слабые, на самом деле, друзья мои. Они очень слабые.
Против чемпионов этих они вообще не годятся. Ну давай, 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 иди, подходи, подходи. Сейчас ты быстренько от нашего Боливерка получишь. Слушай, ну Боливерк очень крутой. Он 10 уровня, максимальная прокачка. Солидно. Так, здесь у нас... Вот, ребята, я буду делать золотые луки сюда. Я думаю, от них будет здесь нормально так толку. Не-не-не-не-не, не пройдете. Во, клинки сразу, ребята, в бой просто рвутся. Просто бегут в бой. Так. Слушай, ничего себе, ребята, он бомбит. Смотрите, у него радиус обзора какой. Очень круто. Надо будет вот алый приговор прокачать. Ну и, конечно же, нужен нам метка охотника, чтобы он постоянно бомбил одну и ту же цель с усиленной атакой. О-хо-хо-хо-хо. Что-то у вас тут, ребят, переборчик небольшой идет. Так, друзья, у нас 11-я волна с вами. Угу, 11-я волна. Так, клинки, танец неуязвимости. Давай, наверное, идеальная заточка. Ну и пляска клинков, конечно, тоже надо. Она нам пригодится. Так, а тут что такое? Теневик, теневик и опять же теневик. Много теневиков побежит. Ладно, я, в принципе, ребят, готов, наверное, к этому, к этой встрече. Кого же нам еще-то с вами установить? Может быть... Я, видите, я не знаю, какой босс будет. Может быть, ребята, у него будет иммунитет к магии. Тогда зря эти башни магические ставил. А может быть, наоборот, иммунитет к лукам. Видишь, тут как бы неизвестно. Никогда не угадаешь. Так, ну что, пока все хорошо. И причем вот эти вот метеориты летящие, да, ребята, лавовые, меня здесь вообще не в тему. Очень сильно отвлекают. Так, давай-ка мы, наверное, пляску клинков прокачаем и танец неуязвимости. О, хорошо. Держим, друзья мои, оборону. Как можем. Блин, Боливерк этот вообще крутой чувак. Блин, мне нравится, он вообще, он просто как берсерк какой-то. Отважный воин, на самом деле. Так, ну что, у нас с вами 12 волна, визгун, паутинник, а здесь пожиратель и опять чемпион теней. Вызываем сразу, не будем здесь долго рассусоливать. Этих лучников надо тоже нам прокачать. Отлично, а, я думал, мы убили, нет. Ну, дамаг все равно, согласись, он нормальный такой выдает. Вот этот вот лучник наш золотой. Так, 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 не пропускаем визгунов. Быстренько с ними разбираемся. Вообще прикольно. Так, здесь мы, наверное, с вами сделаем хранителей леса. Вот здесь вот. Да? Я думаю, это будет лучший вариант. Ну-ка. Ай, по красоте. Дальше добиваем их. Денег у нас 800 монет. И я прокачаю, наверное, полностью наших танцоров с клинками. Все, здесь нормуль. Здесь прокачка почти полностью, кроме, конечно, метки охотника. Здесь, ребята, лесная жуть. Но я не знаю. Взрывает врага, нанося 180 очков урона всем соседним противникам. Это, конечно, прикольно. Но это, опять же, получает только лишь первый противник. Вот, видите, бомбс. И как-то не очень много получается, да, по дамагу. Вот друид у нас неплохо тут наяривает своими валунчиками. Своими валунчиками он дает тут, как говорится, шороху. Да, что-то вот эти вот медведи, друзья мои, вообще ни о чем. Вообще ни о чем, их очень быстро разбирают. Все-таки стаерос, наверное, был бы здесь нужнее. Ну, так, простите, немножко меня отвлекли. Так, секундочку, давай, наверное, нет, я не буду молнию пока тратить. Вот здесь вот прокачаем. Так, здесь, наверное, мы сделаем, да, волшебных лучников. Ой-ой-ой-ой. 14-я волна, друзья мои. Готовимся к боссу. Я что-то предчувствую, босс-то здесь будет нешуточный. Так, с этими разберемся? Разберемся. Ой-ой-ой-ой. Боливерка моего подбили, друзья. Но он рисанется, он должен быстро ожить. Вот и медведи тоже ожили. Вовремя как раз. Так, ждем. Прокачиваем последний скилл. Да, на круге камней. Не знаю, друзья мои. И, наверное, будем все-таки... Здесь нужно поток стрел. Желательно, конечно, по полной прокачать.
поток стрел, потому что это одиночная атака, но она очень мощная, друзья, отнимает много здоровья. Так, два чемпиона там еще ползут. Угу. Два чемпиона ползут. Но здесь-то мы справимся, это однозначно. Здесь все у нас будет тип-топ. Так, золотой лук прокачан. Ого, они со всех сторон прут. Давайте, наверное, вот так вот с вами сделаем. Подожгем землю. Пускай они будут получать здесь дамаг. Ну, а мы, естественно, здесь будем их добивать. Так, что же я хотел? Что же я хотел? Вот. Я хотел вот здесь вот, друзья мои, прокачать. Тут. Вот здесь. Конечно, сон тоже не помешал бы нам. Хотя бы по одному уровню. Тихо, тихо, тихо. Это куда вы там собрались, роднульки? Вот это да, вот это клинки дают, ребята. Аж отсюда до сюда достают. Так, а кто, интересно, Фаусту нанес урон? Наверное, плевуны, как обычно. Ну что ж, друзья, последние враги. И, видимо, сейчас пойдет босс. А я был прав. Ты посмотри, какой здоровый. Что он делает? А, это он, что ли, плевался? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, друзья, друзья. Жарим его. Вот упырь что творит, а? Фига он там машет мечом, ты посмотри, что происходит. Бульверк, ты где? Бульверка уже нету, его подбили только что, да, по ходу дела. Этот босс подбил его. Друзья мои, а он не один, он с подкреплением. Кто тут прошел? Ё-моё, ребята, а как он умудрился пробежать вот здесь, охламон? Офигеть просто-напросто. Ладно. Черт подери. Ты посмотри, что происходит, друзья мои. Мне нужна молния срочно. Или все-таки сможем здесь забомбить его? Да-да-да, у нас, по-моему, получится. Вот так-то вот. Победите Гадиета-Опустошителя. Серебряный пик. Ух. Да, друзья мои, если бы у нас был бы, наверное, уровень сложности побольше, вряд ли бы мы смогли его одолеть. Так, ну что я могу сказать вам, друзья мои? Наверное, у нас... А, нет, ни шиша подобного. Хотя, да, полностью прокачали мы с вами Фауста. Так, кого бы нам следующим прокачать, а, друзья мои? Брюса? Дюракса? Феникса? Или Синя? Или Лилит? Хм, интересно. Ну что, друзья, давайте-ка мы на этом, наверное, с вами завершим сегодняшнюю серию, да? Надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно увидимся в следующей и продолжим играть, потому что у нас еще есть с вами дополнительные миссии. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, до скорого и удачки! You got me down, and my world's been down. I love you, what you do?